Доброго ранку, я Ірина Федоровська. Для того, щоб ранок був поїстини смачним, ми ходимо в гості до Олександра Чхайла, до громадського діяча, кухара-аматора. Доброго ранку. Якщо ви втомилися від повсякденних, буденних салатів, сьогодні ми вас навчимо дуже смачному і, як завжди, оригінальному рецепту від Олександра. Давайте готувати разом з вами, ну а ви, як завжди, занотовуйте наші рецепти. Сегодня утром мы будем готовить легенький салатик. Салатик с обжаренной телятиной гриль, с шампионами гриль, с салатным миксом, ягодным соусом и много всего разного вкусного. В процессе вы все увидите. И незважаючи на то, что мясо будет, все равно будет легким, так? Конечно. Телятина – это всегда легкое мясо, тем более без масла на сковородке гриль. Оно абсолютно будет легким. Обжарки medium well. Итак, я предлагаю порезать грибы для обжарки на сковородке гриль. Предлагаю, Ирина, вам помочь мне. Грибы у нас для обжаривания готовы. Заготовленная вырезка телятины, снова скажу, шато миньон, это нерабочая часть, поэтому мы готовы приступить к обжариванию и пройти к нашей плите. Идемо смажити м'ясо. Предлагаю Ирине обжарить грибы, а я обжарю телятину. Ирина, приступим с вами. Да. Від м'яса переходимо до овочів. До овочів і будемо чистити авокадо. Авокадо. Я розріжу авокадо напополам. Олександр, мені дуже цікаво от історію цього салату дізнатися. Коли ви почали його готувати? Звідки ви дізналися рецепт? Розкажіть нам, чи щось ви додали самі, щось вигадали? Ірина, скажу чесно, на цей салат мене ви вдохновили. Угу. Предлагаю авокадо, Ірина, очистити вам від кожури. А я постараюсь подготовить подушку для нашого салата. Подушка состоит из микса салата, айсберг, фрезе, а также рукола. Мы просто выкладываем подушку, так вот свободно. Дальше я предлагаю, у вас уже очищенное авокадо. Да, порежьте как вам угодно. Пока вы вырежете авокадо, я предлагаю приготовить соус. Соус у нас будет, Ирина, состоять из ягод. Немножко малины, немножко вишни, немножко смородины. Это, назовем его, ягодный соус, как говорится, обжаренная телятина. Все это очень сильно любит. Вот наш соус уже готовится. Я предлагаю немножко добавить бразильского уксуса. Предлагаю взять нашу телятину. Предлагаю вам это теперь перемешать с салатным миксом. Да, перемешиваю с салатным миксом это все. И добавляем сверху красиво телятину. Дальше уже пойдут помидоры черри и остальная наша заправка. Соус у нас готов, и останется кунжутная семечка. Телятину мы выкладываем по центру. Так. Ми ще маємо гриби, і якщо я розумію, ще помідори черрі будуть. Я пропоную вам нарізати помідори черрі по половинкам, розложити по кругу, Ірина. А я виложу гриби, якщо ви не проти. Давайте. Полейте, пожалуйста, соусом, а я добавлю кунжутные семечки. І наш салат буде готов. Добавим немножко кунжутной семечки сверху. Наш салат уже готовый. Олександр, як ми його назвемо? Ну, учитывая то, что сегодня я выбирал авокадо, чувствуя, наверное, цвет вашего платья, поэтому назовем сегодня салат для Ирины Федоровской, это Олександра Чхайла. Советую всем готовать для своих коханых, вранці прокидатися раніше, щоб день був краще. Хай щастить вам! Ми обов'язково ще будемо готувати на кухні Олександра. Ірина Федоровська, Олександр Чхайло. Готуйте разом з нами і буде дуже смачно. До нових зустрічей!
внимание. Подождите, я не... Сейчас, что ли... О, Саша, вы меня сбили, блин. Салат мы готовим. Ирочка, это такое классное платье. Спасибо. Это... Мясо у нас никогда не горит. Оно полезно пригорает.